Здравствуйте! Это «Спасский питомник», и сегодня мы поговорим о миниматах. Вы все еще выдираете вручную сорняки из контейнера. Бросьте, это тяжелый труд. Расскажу нашу историю. У нас работало 10 человек на обслуживании около гектара площадки, и большую часть времени мы даже не могли нормально посчитать, либо увидеть растения хвойные, которые находились у нас в контейнере. Все почему? Потому что там активно развивался бурьян. Весенним попадал, возможно, с субстратом, а летом уже насыщенно высевался и новый. То есть практически вот в такой рост даже на лежачих можжевельниках в 3-метровом контейнере рос активно бурьян, и 10 человек у нас перемещалось от начала площадки к ее концу практически беспрерывно. Вам знакома эта ситуация? Поверьте, я знаю, что знакома. Мы летом также проезжаем массу питомников и видим похожую картину. Но ее, слава богу, уже нет у нас. И нет ее также у ряда питомников, которые пользуются кружками от минимата. Мы использовали разные кружки, пока пришли к одному определенному материалу. Использовали также кокос, но это, поверьте, очень дорого, хотя, конечно, возможно, и очень органично. И мы пришли к материалу, который не наносит вреда растениям, не гниет, не вызывает никаких дефицитов у растений, тем не менее прекрасно удерживает влагу. Вот такое вот нетканное полиэфирное полотно. Миниматы могут быть квадратными, круглыми, большими. Также для P9, вне зависимости от того, какая форма. То есть вы можете заказывать как круглый, так и квадратный. И также мы принимаем заказы на диаметры ваши. То есть под ваши контейнера мы часто сталкиваемся с тем, что те же 2-литровые контейнера у разных наших питомников, как от разных производителей, имеют разный диаметр. Единственное, что минимальная партия, если это ваш уникальный размер, составляет 3000 штук. Вот как выглядит минимат в контейнере. Этот минимат заходит на 3-й год. Напомню также, что миниматы можно использовать повторно. Лично наш опыт, мы потом загоняем бетономешалку, обрабатываем противогрипповыми препаратами и заново используем. То есть не ограничимся 1 годом использования миниматов. Огромная и важная черта сейчас та, что сейчас идет активное время пересадок. Уверена, что у вас это также февраль, март, а потом июнь. Вот при пересадке растения, которое вкладывается в минимат, он как раз при пересадке и вкладывается, чтобы это было удобно в основном, невозможно посадить не по центру. То есть поймите, если бы олеандр был бы всунут не по центру, а где-нибудь справа и слева, минимат в контейнер вложить мы бы уже не смогли. И что касается обработки после того, как вы вложили минимат. Растут ли бурены? Растут, иногда растут. 2 продавца, которые у нас, 3, в общем-то, которые у нас работают на торговой площадке, продавцами раз в неделю проходятся кое-где, срывают сорняки с того же объема, на котором беспрерывно, все время, каждый день работало 10 человек, не отрываясь. В основном мы видели не контейнера с растениями, а торчащие попы из контейнеров в процессе обрыва бурьяну. Также хочу сказать, что бурьян забирает удобрения с макот, деформирует форму самого растения. Поэтому минусов 1 000 000, а решение элементарное, очень простое, очень легкое и также весьма бюджетное. Стоимость диаметра 17 в 3-литровом контейнере всего 2 гривны 10 копеек. 2 гривны 10 копеек, и про это растение у вас нет головной боли, оно растет ровно, красивенько, и к нему прилагается минимум усилий. Это круто, правда. Этим пользуется не один питомник. Тут просто перечислять просто нет смысла, думаю, каждый для себя понимает. Задумайтесь, у вас сейчас тоже начнутся пересадки, либо они уже происходят, потому что цикл у нас у всех одинаковый. Задумайтесь, и пока у нас есть время, выполняем заказы в большом объеме. Стоимость действительно символическая, даже если вы будете приобретать себе оборудование лично, если вы просчитаете стоимость минимата, у вас, поверьте, выйдет выше. В связи с тем, что мы уже давно вышли на объемы сотнями тысяч штук, и мы можем себе позволить более низкую цену 1 минимата. Итак, ждем ваших заказов. Нечего тут думать.
обращайтесь, телефоны над видео, звоните на любые, расскажем, подскажем, сделаем быстро заказ. Обращайтесь. Это очень классное вложение. Вам понравится. Пока. До встречи в Спасском питомнике.